Концертом никогда за будущее, у нас есть ритуал небольшой, маленький, за будущий концерт никогда. За ростовский в том числе, потому что черт знает, как сложится, Бог знает, как сложится. И надо бы, в общем-то, потому что всегда все складывается здесь круто, но мы никогда этого не делаем. И поэтому я с большим, огромным чувством в конце каждого концерта вам говорю спасибо за этот концерт. Я всегда думал и буду думать, что каждый концерт делает две стороны. Ваша и наша. Отдельно друг от друга мы ничего не сделаем. Поэтому спасибо, что вы делаете этот концерт. И до свидания. До нашего нового альбома. Вот я и снова сижу, пишу слова. Всегда, когда мой телефон не звонит.
знаний искусства и сказочная дарь. Нас не забудут, если оставим на земле кусочки чуда, пусть в пепле и золе. Класс, класс.
Еще раз.